Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня с вами изучим видеорегистратор с GPS-информатором ACV-GX3000 с Full HD записью. Его более подробные характеристики и цены представлены по ссылке в описании к этому видео. В комплекте с видеорегистратором покупатель получает зарядное устройство, прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Внешнее устройство повторяет старшую модель GX5000, которую мы тестировали, отличаясь только текстурой внешней поверхности корпуса. 3000-й модель преобладает пластик с матовым покрытием, выполненным в компактном корпусе, вытянутой формы с закругленными гранями. Сборка проведена качественно. Со стороны водителя выведен дисплей с диагональю 2,4 дюйма, на экран во время движения вводятся данные по скорости движения и подробности по сонарным комплексам. Есть еще упрощенный режим с выводом тока времени и скорости движения. Справа и слева от дисплея у 3000-го по 3 механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят и не дребезжат при движении по неровным дорогам. С фронтальной стороны выступающий на поверхности корпуса объектив. Собран он из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов по диагонали. На верхнем торце доступен USB-разъем, используемый для подключения к компьютеру, обеспечивая перенос файлов и обновление программного обеспечения. Снизу слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей. Ставится и снимается на кредл со встроенной GPS-антенной. Фиксируется при помощи присоски с прижимной ножкой. Предусмотрена возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси. Зарядное устройство подключается к основанию крепления. Кабель подключения запасом по длине, позволяя спрятать его под обшивкой и боковой стойкой. Опции настроек разделены по трем вкладкам. В первой выставляются параметры работы GPS-информатора, во второй – данные по видеосъемке. Также выставляются общие параметры работы системы. Можно просмотреть ранее отснятый файл. ACV-3000 использует GPS-модуль не только для фиксации маршрута и скорости во время движения, но и для вывода информации по стандартно размещенным комплексам контроля скорости. Наполнение базы хорошее. Присутствует маломощная система, камеры контроля выделенной полосы, светофора. Для автодори рассчитывается средняя скорость на участке, точки входа и выхода. Обновление базы выходит регулярно. Поведение информатора можно изменить в настройках. Также пользователь сможет добавить точки самостоятельно во время движения. За работу видеорегистратора отвечает процессор Ambarella A7 LL30D с матрицей OmniVision. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для разрешения HD доступен режим с частотой 60 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка программного обеспечения. Качество отличное. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Ночные ролики с поддержкой VDR. Номерные знаки остаются читаемыми. Напомню, что по ссылке находится текст, а обзор там можно посмотреть ролики в полном тайминге. 3000 модель станет отличным выбором при поиске видеорегистратора с GPS-информатором. В условиях мегаполиса он не только обеспечит наглядными доказательствами в спорных ситуациях, но и сэкономит бюджет владельца на штрафах. Плюсом отнесем компактные габариты, качественное исполнение, поддержку емких накопителей и возможности детальной настройки. Напомню, что у этой версии есть старшая модель GX5000. Она отличается тем, что умеет записывать видео в Super HD разрешении. Ее обзор у нас уже выходил на канале. Всем спасибо и пока-пока.